Началась реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году 95 миллионов рублей на реализацию этого проекта выделило правительство Магаданской области. Всего столица Колымы должна освоить 190 миллионов рублей, чтобы реализовать программу БКД. Здесь наш подрядчик «Восток Капитал» продолжает работу, которую в прошлом году начал. Вот тротуар он сделал в прошлом году. Проезжую часть и тротуар, который слева, будет выполняться в этом году. Кроме того, мы в этом году ремонтируем полностью участок от улицы, от переулка Марчиканского до улицы Гагариной, тоже по Якутской. И таким образом у нас останется только один участок, который на следующий год будем делать. Это от улицы Гагарина до улицы Карла Маркса. Ремонтные работы дорог продолжатся по улицам Майской и Приморской, где находится парк «Маяк». Все эти объекты в этом году должны сделать, отметил глава областного центра.